Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Заговоры и приметы. Итак, начнем. 6 марта по народному календарю Тимофей Весновий. Традиции 6 марта. Считалось, что именно этот день определял весну, какова погода в этот день, такая и весна будет. Тем более, что начинали дуть уже теплые, а не холодные ветра, и говорили «по весна вею и весна». С этого дня начиналось сокодвижение в кленах и березах. В этот день старики слезали с печей и перебирались греться на солнышке на заваленку, это нижняя часть сруба, заваленная для тепла лапником, игольником, соломой пополам с землей. Очень любили этот день дети, поскольку у стариков всегда находилось для них время, говорили, что весна вей веет и старого греет. Заговоры 6 марта. Заговор от костяных шишек. Если у вас на ногах образовались костяные шишки, нужно дождаться убывающей луны и, сломив сухую ветку, обвести ею вокруг наросших косточек. При этом следует говорить: «Наставные косточки, я вас ломаю и убираю, как эту сухую ветвь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Сразу же после этого уберите веточку от чужих глаз, так чтобы ее больше никто не видел, а лучше закопать ее в землю. Приметы 6 марта. По Тимофею весну смотрели, каков Тимофей, такова и весна. Дожить до весны веет, а там и зима не страшна. Если вокруг дерева края тающего снега крутые, к холодной весне пологие, к долгой весне. Если весна ранняя, так рано и заосенит, осень наступит. Я желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов. До встречи в следующем выпуске на канале «Заговоры и приметы».